Вопросам безопасности повышенное внимание. Сегодня прошло совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба. На заседании обсудили реализацию республиканского плана мероприятий противодействию идеологии терроризма. Один из вопросов в повестке – обеспечение безопасности мест летнего отдыха детей. Министр труда и социальной защиты Чувашской республики Сергей Дмитриев отметил, что в 2017 году в реестр включены 465 организаций отдыха и оздоровления детей. Глава республики Михаил Игнатьев обратил особое внимание, что необходимо обеспечить их квалифицированной централизованной охраной и улучшить систему подготовки вожатых. В ходе совещания также рассмотрели вопросы безопасности объектов транспортной инфраструктуры при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.